Здравствуйте, меня зовут Галина Макарова. В этом видео покажу еще один пример, как собрать новогодний веночек с пихтовыми ветками. В этот раз за основу у меня венок из березовых веток. На нем заранее закрепила петельку из шпагата. К венку я буду приматывать веточки пихты с помощью проволоки. Шаг за шагом добавляю маленькие лапки пихты, перекрываю березовый венок и стараюсь спрятать проволоку, которую наматывала на предыдущие веточки. Когда все веточки пихты на месте, начинаю наносить декор. У меня это будут бантики. Ссылку, как собрать бантики, я прикреплю в этом видео и оставлю в описании. Елочные игрушки и декоративные бусы. Когда использую живой лапник, стараюсь на нем не использовать горячий клей, поэтому почти все закрепляю на проволоке. Сердечки я подвешу, закрепив сверху на венке, используя ленточки.
Весь венок в конце обматываю золотистыми бусинами. Потом брызгаю искусственным снегом из баллона. Итак, наш веночек готов. Надеюсь, видео вам понравилось. Прошу поставить лайк. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всех с наступающими праздниками!